Красота и здоровье. Необходимые витамины для красоты и здоровья. Все мы знаем, что витаминами называют особые органические соединения, необходимые для нормального функционирования организма. Человеческое тело не способно самостоятельно синтезировать эти соединения, за исключением витамина D и K. Для того, чтобы избежать раннего старения кожи, лица и тела, вернуть волосам здоровый блеск и густоту, необходимо здоровое и сбалансированное полноценное питание, чтобы продукты, составляющие меню, содержали все необходимые витамины. Поговорим о витаминах, которые отвечают за нашу красоту. Одним из этих представителей является витамин А. Витамин А, или ретинол, защищает организм от инфекции, улучшает зрение и работу гормональной системы, помогает обновиться клеткам кожи, поддерживает нормальное протекание нервных процессов, защищает клетки мозга, эластичность вен и кровеносных сосудов, укрепляет иммунитет, оказывает противовоспалительное и антивирусное действие. Когда организм получает необходимое количество этого витамина, то наша кожа долго остается гладкой и эластичной, а волосы не выпадают. Где же найти витамин А? Ешьте жирную рыбу, такую как палтус и камбала, сливочное масло, печень, куриные яйца, пейте молоко и слив. Из растений, фруктов и овощей полезны морковь, горох, фасоль, белокочанная капуста, шпинат, дыня, абрикосы, курага, красный, желтый, сладкий перец, тыкв. При достаточном количестве витамина А простуды станут редкими, ногти крепкими, а волосы сильными. О других витаминах мы поговорим в следующем видео. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.